Доповідь Олександра Миколайовича Шарковського. Це буде розширена доповідь тої, яка була на семінарі на вченій раді Інституту Матеріалу. Я буду бути певний, він буде дивно, може, бо я так, в основному буду показувати оці слайди, які я використовував там два тижні тому. Питання, будь ласка, задавайте по ходу, але чи зможу я відповісти, це вже інша справа. Бо я займався зовсім іншими речами, бо там срок, термін здачі десь травень, і якось три автори, вони ніяк не можуть відгодити, як їм бути. Так що, от, уви. Так. І, ну, не знаю, українською чи російською, так. Я думав, що я спробую так, російською, оскільки написано все, всі слайди українською. Так, ну і десь якраз півроку тому відбулася моя доповідь під назвою «Наскільки складний одновимірний хаос». І до цього мене якось, сказати, спонукала, да, поява цієї книжки «Хаос на інтервалі», яка з'явилася цього року, десь на початку самого року, десь, здається, в лютому. Назвою якраз «Хаос на інтервалі». І якось там декілька посилань чи в списку літератури згадується дві-три моїх роботи, але в тексті їх вони ніяк не згадуються. Ну, тому це як, і як реакція на цю книжку от, була зроблена така доповідь. Як я зараз розумію, найкраще описує те, що було зроблено, і те, що я намагаюся от зараз про що говорити, це є дескриптивна теорія хаосу. Є класичний розділ математики, дескриптивна теорія множин, яка з'явилася ще на початку минулого століття, до якої там приклалося багато видатних математиків 19 і 20 століття. Зокрема, російські математики, це Лузін і його школа, яку там звали Лузітанія, яка активно працювала в цьому напрямку дескриптивної теорії множин, ну, десь в 10-20-х роках минулого століття. Ну і як там, це основні діячі, Павло Сергійович Олександров, Павел Самуїлович Урисон, ну, і можна згадувати багато ще, ну, зокрема, до цього до цієї теорії приклався і директор, як я згадував, нашого інституту, який був директором на передодні війни 41-45 року і декілька років після. Я маю на увазі Лаврентьєва. Саме він в 24-му році, тоді йому було якраз 24 роки всього, опублікував там пару робіт,
який зараз от якраз згадується як ну, дуже суттєві роботи, що стосується якраз теорії множин. А саме він його основна там теорема звучить приблизно таким чином, що якщо є в повних метричних просторах гомеоморфізм, який діє з одного простору в другу і переводить деяку множину гомеоморфно в інший простір, то це відображення можна продовжити до відображення вже декілька множин. Тобто, ну, поповнити цю множину, про яку йде мова, про гомеоморфізм, і продовжити цей гомеоморфізм на більші множини, які от мають таку дескриптивну структуру. Це вже декілька множини в цих повних метричних просторах. Ну і це було зроблено там в 24-му ще році. Але якщо там от взяти книжку, яка теорія множин, яка була колись, я не знаю, є в нашій бібліотеці, яка видана Хаусдорфом і перекладена російською, то ця книжка була в бібліотеці, я якраз користувався нею, і там от якраз Хаусдорф згадує про цю теорему Лавренті. Так. І це я, а червоний чогось. А от як бути з червоним, червоний, вони отут повинен зелений. Червня цього року. Ну і тут є посилання на мої роботи 2, 3, 4, які були виконані в 64-66 роках, перекладені тоді ж американцями, ну доповіді просто перекладали, доповіді Академії наук СРСР, перекладалися англійською. Ну а чому переклали інші дві мої великі роботи в ОМЖ, ну це для мене загадка. От, але тим не менше, переклади були зроблені. Так що це посилання, що більшість робіт, от, наприклад, моїх, були недоступні там англійською, ну це не зовсім сказати вірно. Бо переклади були зроблені тоді ж і могли бути доступні. Скористалися чи ні. Так. Ну і так, ще працюю. Ну от, що стосується, може, резюме абстрактно моєї доповіді, то це можна от сказати от таким чином, як тут написано, що якщо розглядати там динамічну систему з топологічною ентропією, чи на інтервалі, чи от те, що було зроблено в 70-х роках моїм аспірантом, чи для будь-якої там нововиду, на якому, який допускає розширення без гіперболічність, коли немає цих як стійких нововидів. Так що твердження от стосується і інтервалу,
про те йде мова, що чим я займався, ну і трошки пізніше займався мій аспірант Бондарчук. І захистив в 1974 році, захистив дисертацію. І ну, тут використані терміни, означення яких дається на наступних слайдах, але от в кінці написано «Множина всіх атракторів динамічної системи створює в просторі замкнених множин фазового простору от, з методом Гроздорфа». Це вже мої фантазії. Атракторну сітку, комірки якої утворюють квантові множини з самих атракторів. Тобто розглядається пространство множин, тобто замкнених множин, під множин фазового простору, і туди поміщаються от, всі атрактори, що, як вони виглядають, як виглядає оцей, ця множина всіх атракторів. Так, ну я вибачаю, що я вже оце переставив цей слайд вперед. Ще до того, як були визначені. Ну, а от можете прочитати, про що йде, буде йти мова. О чому буде йти річ? Розсматрюється пространство компакт. І по більшій часті це йде річ в інтервалі на прямій, тобто ну, замкнутому інтервалі, щоб був компакт. І розсматрюється непреривне відображення і компактор, і в частності інтервал. В теорії динамічних систем основне поняття – це, так сказати, аміопредельне множество траєкторій, і я їх от, називаю просто-напросто атракторами, що і коротше, і понятніше. Кожна траєкторія має свій атрактор, куди вона прячется через некоторое время и уже оттуда не выходит. И, ну, в общем, вот можно записать определение формулой, которая выписана. Можно по-другому давать, но а поскольку к каждому аттрактору обычно притягивается не одна, а много траекторий, то вот можно говорить о множестве всех траекторий, которые притягиваются аттракторами, называть его просто-напросто бассейном. Вот. Ну, естественное название вот, бассейн аттрактора. Ну и это название вот, было использовано мной вот, просто-напросто в книжке «Аттракторы траектории и их бассейн». Ну, это, здесь просто выписано это как раз те статьи или там, доклады, про которые, вот, о которых можно говорить, которые, в частности, которые там намного больше было статей, но в частности вот, статьи под номером 2 и 3, это статьи, опубликованные в Украинском математическом журнале, достаточно большие. Вот. Ну, после перевода там они еще выросли, что-то там больше 30 страниц, по-моему. Ну и, может быть, переводу их на английский способствовал мой доклад на математическом конгрессе 66-го года в Москве, где вот, я как раз говорил о строении отображения на, вот, на аттракторе. Как встроено отображение на самом аттракторе. И там эта теорема, там, я ее могу просто сформулировать, она верна для любого компакта, не только для интервала, вот, омега-предельное множество, если посмотреть ограничение отображения на это омега-предельное множество, то если взять любое открытое множество в этом
аттрактор, ну, пусть аттрактор, да, берем любой открытый нож относительно этого, то есть пересечения любого ну, с аттрактором. Вот, любого открытого пересечь с аттрактором. Ну, вот. Записать, то основное свойство, которое он обладает, что F от U не содержится, сейчас, где здесь только замыкание, или здесь, не содержится в U. Ну, не содержится, это некое свойство слабой несживаемости открытых множеств. Если вот взять образ этого множества, то все-таки он должен сдвинуться с этого места. А если аттрактор притягивающая точка? Что? Если в качестве аттрактора взять притягивающую просто точку, но аттрактор это точка. Ну там собственная она. Собственная, она должна быть собственная накрытая. Да, не равная самому. То есть, или как там. Истинное множество, не совпадающее с собой. Это может быть вот, просто открытое, например, все состоять из неподвижных точек. Вот взять, например, вы уже вспомнили про неподвижную точку. Вот если взять множество, может быть, замкнутое множество, трактор – это замкнутое множество, неопределенное множество. Если пусть состоит из неподвижных точек, такой вариант может быть. Вот, удовлетворяет. Взять только открытые его части, да, то открытое У – это открытая часть, в данном случае этого трактора, просто без границы. Если взять его образом, останется на месте, но замыкание его, F от U, останется открытым множеством. И вот, если замкнуть его, то получится уже больше. То есть будет F равно A, а берется открытое ну вот в данном случае все можно взять. Так, а если F квадрат написать, то он может уже содержаться в U? F квадрат, то есть применить F два раза. Ну и, например, предложим периодическая траектория. Нет, два раза. Вот говорится образ один раз. То есть если периодическая траектория, притягивающая, то это, ну, например, точка будет включена. Как раз из этого следует, что если конечное множество омега-3, то это обязательно цикл. Что должен быть возврат. Это говорит, отсюда следует динамическая связность омега-предельного множества. А здесь вот результат, что здесь одномерно напрямую или время дискретное, то омега-предельное множество может быть цикл просто нам. Там одна, две, три точки, которые должны переходить друг к другу и образовывать инвариантное множество. И это просто следствие вот как раз этого факта. Именно F, не F, то есть F квадрат может уже совпадать с U. F квадрат от U может нет, совпадать. Здесь написано F. Нет, да, это один раз, вот здесь отобразить, то вот это есть гидродинамики, это обратите несжимаемость окрестностей, важнейшее свойство. Вот. Здесь оно имеет место, что обязательно должно сдвинуться, но вот с таким дополнением, с замыканием. А несжимаемость, вообще говоря, просто вот без. Здесь вот таким дополнением. А, уже вообще говоря, потухло. Так что. А, ну я могу нажимать просто на просто. Это сразу я тут.
Ну, вот список работ, про которые можно говорить, что вот основные факты, про которые я собираюсь говорить и говорил, вот они содержатся в работах 2-3, а в докладах Академии наук СССР они, основные были опубликованы, вот в работах 1 и что там, 4, но, к сожалению, так сказать, после защиты докторской диссертации в 67 году, я как-то бросил заниматься, поскольку уже казалось, что все, что можно тогда, вращаясь в том круге понятий, которые мне были известны, вроде уже все выяснилось, и занялся там гладкими системами. И как раз вот в 70-х годах уже вот это появились пару аспирантов, которые занимались уже гладкими динамическими системами. И одним из них вот были перенесены результаты на интервале на расширяющиеся отображения вот на тех многообразиях, которые это допускают. Так что это вот, если топологи так не допускают такого, то на сфере, увы, там есть, на сфере нельзя, а на торе, пожалуйста. Вот, примеры. Хотел бы взять окружность. Это отображение фи, 2φ, например. Вот, возьмите или тор, прямое произведение, например, фи, там, хотите, любое целое число, фи, 3φ, отображение. То все это имеет место быть. И на торе можно рассматривать, вообще говоря, любую. Здесь как прямое произведение, но легко взять там любую целочисленную матрицу, у которой спектр, чтобы расширение было больше по модулю единички, и профакторизовать все пространство по этой матрице, получим тор, и на полученное уже там n-мерное отображение будет расширяющимся, и все вот эти утверждения, которые были известны там, для одномерных аттракторов, они были перенесены. Более получается подробно, если будет можно говорить о произвольных там компактах, я буду это говорить, а вот в основном будет идти речь о результатах для одномерных динамических систем. Здесь выписаны, во-первых, хаос имеет место быть, когда есть, когда топологическая энтропия положительна, а это эквивалентно вот тем утверждениям 2, 3, 4. Или есть цикл периода неравного степени двойки, например, периода 3. Или есть гомоклиническая траектория, гомоклиническая траектория, например, есть там неподвижная точка и есть траектория, которая с убыванием времени и с вот такого типа есть устойчивое многообразие, если говорить про гладкие динамические системы, и неустойчивое многообразие. И этот неустойчивый вариант может быть в двумерных и даже дифференциальных уравнениях, но вот это неустойчивая ситуация, этот
вот, малое возмущение приводит к тому, что это либо это, либо это промахивается. Тогда может устойчивость, тогда структурная устойчивость может быть в этой системе. Ну, и само появление термина математика хаоса связано с работой вот статья, которая вышла в 1975 году под названием «Период», весьма очень популярная статья, «Период 3 влечет хаос». И где в качестве определения хаоса взят вот это вот свойство 6. Имеется континуум по траектории, которые сходятся, расходятся со временем, которые там как-то или приближаются, потом расходятся, вот это выписано. И, ну, через несколько лет Смитовым, своим молодым человеком, было показано, что достаточно, чтобы были только две точки, которые порождают траекторию, которые минимум инфимового расстояния равен нулю, а максимум там вот, все-таки больше какой-то константы. Вот. И это, как раз вот это свойство фигурировало в качестве определения, правда, что еще с добавкой такой, что много периодических траекторий. Но на самом деле вот, из этого все остальное для одномерных просто следует. Так что из вот, любого из этих тем более следует это, что в системе, в одномерной системе есть хаос. Согласен. Ну что, а там субпрямом и инфимом берутся по всем, ну, почему? По, потому что надо написать йод, или стремится к бесконечности, а супрамом по всем и больше йод. Потом написать йод. Нет, ну вот со временем они могут, должны расходиться. То есть супрамом по остатку траектории? То есть непонятно по супрамом по какому параметру берутся? Ну, расстояние, где стоит расстояние. Нет, супремум, так, а и параметр супремум и там, да? Супремум по и? Со временем, время, это, ну, так пишется траектория. Траектория – это последовательность. Не, я имею в виду, что там нужно написать предел, когда йод стремится в бесконечность, а супремум по всем и больше равным йод. От вот этого вот расстояния, правильно? Мне кажется, что должно быть написано вот такой лимит, когда, например, йод стремится в бесконечность, здесь супремум по и больше равно йод, а здесь ро, вот f и вот и, f и вот и. Ну, можно варианты писать. Не-не, в смысле, что мы вот тут, потому что здесь, когда вы говорите x бесконечности, и здесь вот это и, то непонятно, когда супремум должно быть какое-то семейство параметров, которые меняются. Вот так, наверное. То есть по концу траектории, по остатку траектории? Доброе, я сейчас не вникаю в работу, но расстояние все время измеряется с течением времени, и оно должно быть, ну вот, расходиться в траектории на какое-то расстояние конечное. Я хочу тогда уже просто, поскольку зашла речь об этом определении его, то пример, что само по себе это свойство не говорит о хаосе. Ну, например, просто-напросто уже даже для дифференциальных уравнений для второго порядка, ну, например, или ну, вот давайте возьмем дифференциальное уравнение фи с точкой равно альфа, r в полярных координатах, r с точкой равно r, единица минус r, фазовый портрет для этой системы, какой будет
вращение с константой, с скоростью альфа, и по r, значит, это будут, во-первых, r равно единичка, это будет окружность, здесь на ней происходит вращение с этим, со скоростью альфа, а и источником является ноль, то есть просто раскручивается и приближается к это изнутри, а извне она тоже к этой, ну поскольку здесь r с точкой больше нуля, а вне этой окружности r с точкой меньше нуля, то так сказать, все извне будут на это тоже. Так, одну сторону я уже накручиваю. Ну, в общем, вот вращение в такой и будет правильно, будет приближаться. R равно единичке. Теперь здесь самый простой вариант. Вот я просто. Если взять чуть-чуть, изменить эту систему, умножить, чуть-чуть поменять скорость вращения. Можно домножить на любую функцию h на одну и ту же хи r и хи и r с точкой на одну и ту же функцию, которая там, скажем, не равна нигде нулю, то ничего не поменяется, там только лишь, поскольку здесь вместо альфа будет альфа на h, то только лишь будет меняться скорость. И так что я могу сделать? Я могу сделать просто-напросто взять в качестве h функцию, которая будет везде φn больше нуля, везде, кроме одной точки. H, фи, как, скажем, какую-то φ0r0 равная нулю. То есть посажу на эту окружность единичную, где-то положение равновесия. Тогда r0 равно единице. В результате что? Здесь появится вот это самое гомоклиническое. Вот. А поскольку в остальных точках ничего не менялось, то здесь все будет происходить так, как происходило. Все будет приближаться к этой окружности. Но поскольку здесь есть точка, где движения никакого нет, то при приближении к извне и изнутри здесь будет скорость меняться и стремиться к нулю. Поэтому легко увидеть, что здесь имеет место вот это свойство континуума. Траектории, ну, легко увидеть, что здесь именно имеет место вот этот самый так называемый хаос. Вот. Но на самом деле здесь никакого хаоса нет. Так. Так, что... Да, это я вспоминал работы, которые уже выполнены позднее. Ну и вот идет речь, здесь шла речь о растягивающих метаморфизмов на вот, многообразие, которые допускают такую штуку. Вот, вот например, тора, любой размерности. И вообще моя деятельность в этом направлении продолжалась. Уже не так интенсивно, но изредка вспоминали в этих самых и о тракторах, и том, что к ним может притягиваться. Ну, например, вот я просто несколько. Их довольно много занимался СИВО. Вот, там более десятка работ есть. А я уже, поскольку я упоминал о дискриминативной теории
множеств, то здесь просто приведены определения, которыми я уже пользовался. Ну, и использовал эту классификацию именно Бора, классификация Бореля несколько там вот с этими первого, второго класса несколько отличается, но вот классификации Бера первому классу относятся замкнутые, открытые множества, ну и типа, например, простейший случай, ну вот взять полуоткрытый интервал, например, или более сложная, там, любая последовательность замкнутых множеств, может, которая, например, взрослые точки, которые имеют и одну предельную, например, одну предельную точку, то если без этой предельной точки, то она не будет ни замкнутым, ни открытым, но вот куда его отнести, ну вот он относится к первому классу. Ну а далее вот сигма и дельта, то есть множество рациональных точек, сир, это очевидное сигма множество, а всех, например, иррациональных точек, это множество типа ну, G-дельта. И вот такие множества, или вот еще там они могут быть еще чуть посложнее, F-сигма дельта и G-дельта сигма, если и то, и другое. И так можно это множество представить, то оно тоже относится к второму классу множеств. Ну и так далее. Так, это что касается определений, делать так. Ну и вот уже переходить к этим самым контракторам, то вот верхние оценки сложности, там, скажем так, имеет смысл употреблять, легко могут быть получены. Они были получены еще там в докладах 65-го года, вот, статью, которую я представлял в докладах еще в 64-м году Александру Павел Сергеевичу, есть другой Александр, Александр Дмитриевич, геометр. Вот, ну, можно выделить три класса этих самых омега-предельных множеств, с которого ну, вот, определение их написано. Больше которого нет вообще, скажем, называть максимальным, локально максимальным, когда есть окрестность, в которой нет больше. Ну и остальные, вот, третья, вот такая оценка получается. То есть более сложнее в динамических системах, если, по крайней мере, предполагать, что идет речь о непрерывных отображениях, то более сложных каких-то объектов ну, не получается. Ну и вопрос возник, естественно, так, для каких систем эти оценки достигаются? Ну, с первым и вторым там как-то более-менее понятно. Ну, со вторым, может быть, тоже вопросы, но более-менее тривиально решаются. Вот. Ну и вот тогда же было показано, что в том же 65-м году или чуть попозже, что, во-первых, всегда, если энтропия положительна, то существует, например, по крайней мере, один максимальный. Их может быть любое там счетное число максимальных, но по крайней мере один есть. Вот. И в котором, в этом аттракторе, содержит континуум разных аттракторов, ну и, например, типа
того і локально максимальних, і максимальних, і континуум і одних, і других, і басейн от атрактора типу С, то есть там, который не является ни максимальным, ни локально максимальным, действительно вот бассейн является множеством третьего класса. Ну и вот выяснилось, каким можно все сделать. Ну, во-первых, траектории в таком случае родились, что они имеют очень разные поведение, и с дескриптивной точки зрения динамические системы, что одномерные, и что хотя бы бесконечно мерные, все равно. И для тех, и для тех сложность может быть, ну вот так, такого типа не более сложная. Ну а что же за множество этого третьего класса? Ну вот это известный пример Берра, множество третьего класса, вот именно пример Берра выглядит таким образом. Если рассмотреть множество, если рассмотреть иррациональные точки и каждое такое иррациональное может быть представлено вот в таком виде, где все так, и эти стремятся к бесконечности, то множество B третьего класса образуют, для которых NI житые стремится к бесконечности. Ну, этот же пример можно интерпретировать, используя динамические системы. Вот, если рассмотреть вот такое отображение, x переходит в единичку на x, это означает, что вот просто если x в таком виде, то g(x) получается просто урезается n1. И видно, что множество тогда b третьего класса составляет те точки, для которых же траектория, их траектория точки стремится к нулю. Так что ну, вот, это одно и то же. Просто говорить, ну а другая интерпретация выглядит таким образом. Ну и если как пытаться что-то доказывать, что есть такие множества, то нужно иметь какие-то критерии для этого. Ну, вот известный критерий B того, что множество точек принадлежит третьему классу, выглядит вот таким образом. Нужно иметь вот счетное множество счетных, счетное множество совершенных множеств и еще и с таким вот включением. Вот для того, чтобы доказать, что какое-то множество является третьим классом, вот, ну и я использовал вот именно выделение такого вот множества в бассейне. Ну, я так это как это представить? Значит, здесь участвует множество Кантора при том огромном количестве. Ну, я так про множество Кантора я знаю, все здесь все прекрасно знают, что это такое, и как они могут вот, образовать такие вещи, как огромное их вложено одно,
И вот как раз удобно, например, использовать вот это выражение, которое я с самого начала писал. Там фиб-два-фиб. Поскольку для этого динамической системы, скажем, которая это, ну, на окружности, например, так, вот, порождается. Здесь можно использовать символическую динамику, во-первых. Если это там длины единичной окружности, то каждое число x представимо в виде 0, использует символы только 0 и единичка, и здесь что там альфа-1, альфа-2, альфа-3 и так далее. Здесь все это альфаиды, это точки, это либо 0, либо единичка. Ну а преобразование это действует таким образом, что я фи здесь написал, фи f от x, что нужно? Нужно просто-напросто опять убрать первый образ этой точки. Есть другая точка, которая запись имеет такую альфа-2, альфа-3 и так далее. И отсюда, ну, можно увидеть, что здесь есть и периодические траектории, и всюду плотные траектории, задавая, ну вот, или хотя бы гомоклинические, например, ну, например, если взять последовательность 0, 0, 1, 0, 1, теперь добавлять нули, 2 нуля взять, 1, потом 3 нуля и так далее, добавлять нули, последующие все больше и больше, 4 нуля, и. То вот если посмотреть на траекторию, которая порождается вот этой точкой x0, то она будет порождать траекторию, которая является гомоклинической и точкой 0. Это, значит, если это точка 0, там 0 это там, скажем, 1/2, здесь 1/4, здесь, как полагается, 3/4 и так далее, то вот это то, что я пишу, эти точки, они образуют траекторию вот этой точки, гомоклиническую, вот, точки 0, которая является неподвижной, вот, а вот эта точка порождает траекторию, которая приближается вот к траектории 0 и что там, 1/2 степени n, так тоже там ставим нули, можно там или удваивать количество нулей, но это все равно, так сказать, 2 в степени и, вот, и вот и равно 1, 2, 3 и так далее. Например. Ну и вот утверждается, что, я, если вспоминать, те, которые не являются локально-максимальными, вот, например, эта траектория, она не является локально-максимальной, и вот для этого отображения то, что притягивается к вот этой траектории гомоклинической, состоящей из вот этих чисел, 1/2 степени и нуля, как предельный для них, то оно, множество тех траекторий образует множество как раз сложное третьего класса, про которое я говорю. Ну, а здесь уже, сказать, ближе к делу, вот рассматривать, вот простейший вариант аттрактора – это неподвижная точка. Если неподвижная точка является просто притягивающей,
я уже это, например, отображение X действует, переходит с единичка на одну вторую, то график такой функции. Так, я вручаю, что я уже начинаю здесь порядок наводить. График этой функции выглядит таким образом, и траектория получается так, будет стремиться к нулю таким образом. А если отталкивающая точка, это, например, производная равна положительно больше единички, x в 2x, наоборот, выше бисектрисы, то будет происходить отталкивание от нуля. Ну и а здесь вот что может быть для просто неподвижных точек, когда поведение в окрестности этой точки может быть очень сложным. Вот для притягивающих точек, неподвижных точек, то, что к нему притягивается, это обязательно просто открытое множество. Если точка отталкивающая, это то, что к ней может притягиваться, вообще говоря, либо замкнутое множество, либо множество F-сигма. А вот для такого типа отображений, которое является и притягивающим, и отталкивающим одновременно, здесь просто разбито этот рисунок на две части. Первая часть, это где выделено df от x больше от x, и там может происходить отталкивание. По нижней части, наоборот, f от x меньше. Ну и здесь обеспечивает притяжение. Ну вот, изначально, например, это графики функции f от x равно вот x на там синус с коэффициентом. Ну и видно, что здесь отталкивание дальше, чем вот это вот максимум. Дальше уже отталкивание не будет происходить, вот, потому что максимум не дотягивается до следующего колебания, вот, которое там будет вот здесь выше тоже нуля, выше бисектрисы. Так что все перемешивание траектории будет происходить на вот этом вот интервале от нуля до вот этой вот точки, которая определяется максимум последнего большого колебания. Ну вот эта теорема была еще доказана вот в работе 65-го года, где шла речь о возможности притягивания циклов всего нации, то есть к простейшим возможным аттракторам, когда у меня определенное множество, есть просто цикл. Ну там что для неподвижной точки, что для цикла, одно к другому сводится, так что это просто делается. Ну а вот более, скажем, интересная ситуация вот получается, когда идет речь об аттракторах, которые не являются циклами. Каким образом к ним может происходить притяжение? Вот если есть, например, хотя бы там торг какой-нибудь размерности, в каждой точке торга происходит растяжение, каким образом притяжение может происходить к такому аттрактору? Ну вот, там я уже, как же можно выдвигать этот ползучий здоровый связок? Вот. Ну просто... Ну здесь как раз решающую роль играет как раз то, что эти одномерные отображения не имеют обратного. Получается многозначно, то есть вот есть траектории, которые
просто хотя бы же даже образовывать цикл, без, если отображение является гомеоморфизмом, то, увы, в одномерном случае ничего интересного вы не получите. Вот из-за того, что может быть необратимость имеет место, тогда могут быть и циклы, и все остальное. Все прелести, которые при этом могут получаться. Так, ну, я действительно это... каким образом могу... Вот, действительно, я понимаю, и вот если рассматривать вот это отображение вообще там немедленно, ну, то вот если рассматривать вот фильм вообще, здесь каждая точка имеет два прообраза, если говорить об обратном. Каждая точка два прообраза. Видно, что, например, что в этом случае для этого отображения, скажем так, есть всюду плотное отражение. Можно это там для студентов в отражении каким образом построить, легко построить. Просто взять, например, все рациональные числа, взять подряд и вставлять. Там, первую 0, 1, вторую там что-то, 1, 2, потом 1, 4. 2 четвертые уже есть, 3 четвертые, что это 2 единички, ну и так далее, например. То теперь там что там 4. Ну, в общем, понятно, это будет выписать, то такая траектория будет порождать всюду, ну, легко увидишь, будет порождать всюду плотную, то есть в качестве наибольшего гомеобъединения множества является все пространство, вся окружность. Но также очевидно, что здесь, например, всюду плотные лежат, например, периодические точки. Взять эту последовательность периодическую, и вы получите какой-то отрактор. Здесь любую последовательность периодическую, какую хотите из нуля единички. Напишите, повторяйте, то такая траектория будет притягиваться к циклу соответствующему. Но есть, вот мы убедились, что есть, например, гомоклиническая траектория. Вот пример я тоже выписал. То есть вот есть траектория, которая там одна половинка, четверть, там одна восьмая, одна 16 и так далее. Вот. Траектория, есть такая траектория, она сама траектория притягивается и к нулю, и вместе, сама траектория вместе с гомоклинической, и является аттрактором. Например, вот такая последовательность, которую я здесь добавлял нули, она будет притягиваться вот к такой траектории. Но кроме вот той траектории, что я написал, оказывается, что существует их очень и очень много. Откуда они, почему они появляются? Вот здесь, во-первых, есть всюду плотные траектории. Пример вот я тоже вот, пожалуйста, выписывайте одну вторую, там, одну четвертую, здесь ставьте, что там надо еще одну четвертую, три четвертых выписывайте. Все логично рациональные, подряд, в каком-нибудь порядке возьмите их, упорядочите, выпишите и получите траекторию, которая будет всюду плотна на окружности в данном случае. Так. А есть одна всюду плотно лежат. А известно просто факт, что если есть одна, то почти все траектории. Если есть хоть одна, это имеет место, это самая транзитивность, то транзитивность есть, то есть любое открытое множество, если его начать смотреть, что с ним будет происходить, оно накроет всю окружность.
поскольку здесь всякая дуга длины какой-нибудь после отображения становится в два раза длиннее. Так? Поэтому через конечное число сообщено, в зависимости от длины этой начальной окрестности, отображение накроет всю окружность. Вот, и поэтому здесь, в этой точке, там есть в этом интервальчике начальном есть периодически все прочее. Но если известно, что если есть одна всюду плотная траектория, то почти все траектории будут всюду плотны на это. Если есть одна, то почти все, а именно и эти траектории, ну, потом факт, что я упоминал, что есть, если максимальный, то, что к нему притягивается, это множество же дельта, то есть множество подобное множеству иррациональных точек. Дельта множество. И причем оно всюду плотно, поскольку содержит траектории всюду плотные на этой самой окружности. Вот. Но кроме этого есть еще и меньшие подмножества, типа, например, циклов или вот гомоклинических, то мы имеем самое большое в данном случае все окружество. Это самое большое определенное множество. Но известно, что не все это развернутая окружность, например, 0,1, то есть же траектории, которые всюду плотны, то есть для них омеопредельное множество, а аттрактор для этих траекторий равно всему пространству. Вот. Но не все. Есть траектории, которые, так сказать, проваливаются, их аттракторы есть более. Есть, поскольку это почти все G-дельта множества, то те, которые не покрывают всюду плотны, образуют какое множество? Дополнение, F-сигма. Всюду плотное там тоже на этой окружности, но F-сигма множество. И из этого множества, и вообще говоря, которое есть первая же категория, это множество второй категории, а это множество, которое не бегает по всей окружности, и образует множество F-сигма. Из них опять можно выделить, здесь пока была окружность, а здесь можно выделить нигде не плотное множество, которые бегают там по омега-предельным множествам, для которых есть меньше. Для них существует, для любой, вот хотя бы для этой гомоклинической траектории, которую я упоминал, 0,1, то для него опять доказывается, что существует локально максимальное, которое содержит эту из состоящих. Существует некое множество большее, которое содержит эту траекторию, которая является локально максимальной. А локально максимальное множество – это Кантерово множество. И опять доказывается, что здесь почти все траектории, если локально максимальные, то почти все траектории всюду плотны, опять же дельта множестве в этом кантеровском множестве, всюду плотны относительно этого кантеровского множества, но есть, которые не бегают опять снова, снова там же дельта множество, которые проваливаются еще вниз.
тоже эксима множество из того, которое было. То есть это локально-максимальное кантеровое множество, опять в нем есть, которые первые по всему, мы их оставляем в покое, а идем ниже, и здесь можно опять получить, ну, типа вот того, или среди них, которые проваливаются, опять остается вот эта гомоклиническая траектория, вот имеется среди них, и сей процесс можно продолжать, то есть он, реально это можно смотреть. Опять-таки удобно смотреть на вот этом отображении в символическом представлении, что остается, а что проваливается в меньшее, и в результате получается вот эта последовательность кантеровских множеств. Меньшее, меньшее, и все. То есть в одном кантере здесь был целый интервал, а в типичном случае это кантеровское множество максимальное. Для интервала, если рассматривать, то типичным является, вот, что максимальный аттрактор является просто кантеровским множеством. Ну, можно пытаться использовать компьютер для того, чтобы на это... Ну, например, вот если отображение логистическое, рассматривать лямбда х, единичка минус х, если рассматривать такое отображение, то, например, оно имеет цикл периода 3, известный, я помню этот 3,83, при этом значении у этого отображения есть притягивающий цикл периода 3. Но есть и кантеровское множество, то есть можно строить там фазовую диаграмму, где почти все притягивается этим циклом периода 3 циклов. А самое большое растягивающее это кантеровское множество. Это как раз расталкивающее отображение типа вот как здесь для эндоморфизмов на многообразиях, которые это допускают, и являются. Но собственно здесь получается для вот этого получается всего лишь то, что называется множественный блуждающий точек, состоит из двух. Из притягивающего цикла и отталкивающего кантеровского множества. Вот конструкция, фазовая диаграмма для вот этого отображения в таком случае выглядит вот таким простейшим способом. Если, например, чуть-чуть увеличивать значение параметра, то здесь этот притягивающий цикл, а там где-нибудь 3,85, например, там точно произойдет. И этот цикл раздвоится и будет притягивающим там цикл периода 6, а вот притягивающим будет цикл периода 6, а это периода 6, а 3 станет уже отталкивающим. Ну и так далее. Будет происходить с ростом лямбда последовательно удвоение, потом окажется внизу период там, что удваивание, период 12, здесь 6 уже станет отталкивающим, период 3 отталкивающим, вот фазовая диаграмма, если я уже вспомнил, выглядит таким образом. Ну а вот все, что я вот это вот рассказываю, происходит вот с этим кантеровским множеством. И на нем вот эти все вещи происходят, кроме
Вот оно в частности содержит там цикл периода 3 отталкивающий, цикл периода 6 отталкивающий. Ну и поскольку известно, что там есть циклы сколько угодно большого периода внутри этого Кантова воспринимается. Так, ну, я уже запутываюсь. Здесь на следующем слайде объяснение, почему все-таки вот утверждение, что хотя бассейн притяжения состоит, ну, например, как вот для этого танка, для термоклинической траектории из третьего класса, однако это не локально максимальное можно уместить в некоторых. Локально-максимальное множество, которое является уже кантровым множеством, и то, что можно проделать с этим локально-максимальным, это, знаете, то, что притягивается локально-максимальным и всем тем, что в нем другими аттракторами, то оно будет множество второго класса. И вот если есть два, вот типа хотя бы как это, новоклиническая траектория с этим циклом. Если взять два таких, то вот их можно разделить вот с помощью вот такой вот процедуры. То есть разделить, отделить их. Вот в данном случае, например, вот этот вот. Есть цикл периода 3, есть это кантровское множество. То есть вот эти все сложности, про которые там здесь идет речь, они сидят внутри этого самого большого кантровского множества. Ну и вот то, о чем я говорю, что, например, бассейны, по крайней мере, здесь. Те, что ограничение бассейна на это максимальное вот, происходит, то происходит, описывается. Но можно смотреть, что за пределами происходит. Ну, можно взять эти всевозможные прообразы и вот, получить вот то, что здесь вот написано. На этом вот моя информация, что касается бассейна, можно сказать, что заканчивается. Здесь, и действительно, это все было написано и вот в 60, там, не позднее 66-го года. Утверждение опубликовано, однако вот доказательство вот того, что в докладах Академии 66-го года было написано, оно так и осталось не опубликованным. Это уже так сказать, поскольку я переключился на другие вещи, то это так и осталось. Вот, и опубликовано, в конце концов, вот в этой книжке все, поскольку оно содержалось в диссертации, и здесь вот это все доказательства присутствуют. Но для того, чтобы говорить о дескриптивной теории хаоса, вот как раз желательно разобраться, что же, каким образом можно описать, поскольку дескриптивно означает описательное, описовано теория, то вот как можно описать все множество всех аттракторов, которые. Ну и первое, что приходит вот, в голову, это вот, если это максимальное. И что же на нем? А на нем получается в результате спуска, получается внутри много других аттракторов. Вот как их можно охарактеризовать? Ну, во-первых, просто по включению. И вот здесь просто про это шло речь, вот, в частности, в докладах. Ну, и в частности, там утверждение, которое здесь вот внутри описано, максимальный аттрактор
и каждый локально максимальный не имеет непосредственно притягивающего. Вот если есть, вы взяли это множество А максимальное, ну в данном случае это кантеровское множество, то в нем сидят там локально максимальные, и причем если взять любой этот локально максимальный и максимальный, то между ним вот А же нет непосредственно притягивания, непосредственно следующего за ним. Потому как здесь можно вставить между каким-нибудь локальным максимальным и максимальным еще и так далее, и так далее. То есть непосредственно следующего вообще нет. Ну а наверх, наоборот, если взять локального максимальный, то над ним можно настраивать очень много. Вот, и даже множество того, что можно настраивать, вот аж целый. То есть вот понятно, что даже таким образом это все картинка кажется весьма сложной. Ну вот в частности, это уже старая картинка, которую 30 лет назад рисовал, вот, то вот, если рассматривать только локально максимальную, то картинка примерно таким образом представлена, их огромное количество, и одна в другой, там, ну вот это здесь я пытался изобразить, вот этот спуск кантеровский по кантеровским множествам, которые содержатся в предыдущем, а их все, которые если взять здесь, получается, как надо в примере первого, их они все подмножества, но их совокупность, если я взять объединение, образует всюду кружное множество. И в следующем, следующий этаже то же самое повторяется на карте. Ну и ну вот удобнее всего, наверное, все-таки попытаться представить, что же, как выглядит в пространстве всех аттракторов, в множестве всех аттракторов, если рассматривать пространство всех замкнутых множеств. Ну, например, там и всех замкнутых множеств, либо на интервале, либо там на любом многообразии, допускающем там расширяющемся отображении. В 66-м было доказано, что если рассматривать вот аттракторы все множестве всех замкнутых, то они образуют, во-первых, ну, замкнутое множество. Полезный факт, который частично был доказывался в этих моих работах, но именно такого утверждения не было. Вообще не рассматривалось там вот, пространство 27 лет. Ну а вот мое желание использовать для описания вот, пространства всех замкнутых множеств фазового пространства. Ну вот, я мои фантазии на эту тему, попытка представить, ну, выглядят таким вот образом. Я уже не таким, или если уже пытаться нарисовать это что-то вот подобным образом, вроде как, то есть я понимаю, что это все равно как-то. Не, потому что в каждом, вот я уже пытался изобразить вот это вот все красненькие точки, меньше, чем самое максимальное, в них, под ними опять можно вырисовывать все это опять то же самое, потому что в каждом из них снова есть, вот вся эта картинка содержится. А здесь я уже пытался именно как сетка изобразить, что это то, что. Вот что получается, почему получается вот такого типа здесь вроде бы появляется кантеровские множества из уже
просто трактором белокаменным максимальным, потому что эти ножки локально максимальные, то есть в них не отделены. То есть вот эта характеристика, что они образуют плотную, то есть подобное множеству рациональных точек, каждый максимальный ланцюг вместе с численным кількість локального максимального, подібний до множини раціональних точок. Але якщо враховувати, що кожна з них, цих локальних максимальних, є дійсно локально максимальна, тобто є окіл, який інших, не більших немає, то вони треба уточнити, що множество раціональних точок, но скорее подобным множеству правосторонних точек кантровского множества. То есть если у вас кантровское множество, то есть счетное число правосторонних припосредений и счетное число левосторонних. Ну и одни, и другие образуют плотное множество на кантровском множестве. На кантровском множестве есть счетное множество, или имеется, можно выделить. Правосторонних и левосторонних. Оба из них там. Вот. Так поскольку сверху есть у каждого локального максимального в данном случае, есть некое расстояние точно, которое отделяет их от других, то вот как раз после операции замыкания мы получим, что получим кантровское множество. И поэтому вот это мои хорошие фантазии. Ну, кожний максимальний ланцюг, після його замикання в цих оптопа, перетвориться в машину Кантора. І так починається точки, що відповідає, ну, якщо вже за максимальний браться, відповідає максимальному атракту і закінчується точкою, відповідає мінімальному або майже мінімальному. Це окрема розмова може бути про ці мінімальні чи майже мінімальні. Про що мені теж не зовсім зрозуміло з цими майже мінімальними. От, які там, от, те, що я от малював про на окружності, там, посадити при отображенні окружності, яке було б здесь виписано, посадити одну неподвіжну точку на тобі, то от подібна ситуація виникала. Майже мінімальні атрактори з'являлися. Но что означает нам это для одномерного отображения? Здесь для плоскости это легко нарисовать, а вот не совсем это понятно, что там. Вот, ну и взагалі, что стосується всего малюнка, то як его малювати, я уже пытался это объяснить, что здесь в каждом из них можно опять нарисовать вот подобную картинку, и эти кантровские множества опять там, ну, это вроде замыкания, если внутренности есть правосторонние, есть левые, есть которые и левые, и правосторонние в кантровском множестве, то, ну, в общем, я говорю, можно так, конкурс на каким образом лучше всего можно представить про то, что по крайней мере следует из того, что из всех фактов, которые есть. Так что это уже мои последние самые фантазии на тему представления того, что как выглядят аттракторы, как их можно описать вот, в пространстве всех двух запутов. Ну, может, на чем можно поставить крапку. Вот. Я так разумею, что я уже тут ну, запутал, мабуть, всех. А что стосується цих робіт 64-65, то я
Мені треба самому розібратися в них, бо я не пам'ятаю, що там, от, наприклад, там ще 66-го, це зовсім там складна ситуація. І що стосується того цієї ситуації, то я ще більш-менш там ще трошки пам'ятаю, як там отримувати цей результат, що має місце саме те, що притягує, має третього класу множину. А от з тим, що я вже описував, це, намагався пояснити цей спуск по кантористських множинах, ну, для того, щоб, мабуть, і мені самому розібратися, то краще вже мати справу з гладкими відображеннями типу цього фі-2-фі. Бо якщо розглядати наперед, просто наперед, то там ще треба було, і те, що було зроблено в цій роботі, що там 65-го воно вже на другому, то там треба було ще зайве все викидати, перш ніж отримати цю вже множину бере, яка там складається, будується на основі тих кантарських множин. А ще багато того, яке в сумі там є множиною там більш простої структури, оце. Ну, для цього треба було ще докладати певні зусилля. По ходу ви мені не задавали питання. Я вас скажу, оце остання картинка, але схожа там в коли гіперболічні, дефінофізм Морса Смейла. Там в околах цих густіких і нестійких територій виникає якісь типа ріжочата структура, коли траєкторія. Ну, це якісь тут щось воно нагадує, ну тут теж є перед. Ну, от фі-2-фі це і є так відображення, скажімо, можна називати відображення Смейла, от те саме. Оскільки тут є, чи малюється воно там для вас, є от. Прямокутник, він в цьому напрямку, наприклад, розтягується, при цьому він там стає довше, а от на нього накладається ще от-от, і там от таким... ще я сказати, що перш ніж там з'явилась термін, це підкова смела, ну, я використовував при доведенні цієї теореми про співіснування, використовував там, як там, я назвав лямбда чи L, ну, там L, що це таке, було написано схема. Це саме таке відображення фі-2-фі типу. А це відображення ще в лекціях, я пам'ятаю, Алексєєва в канцелярії, які там були вже на початку 70-х років, називав перетворення не Смейла, а Фетри. Воно тісно, як коли розкатуєте, то що, його в одну сторону розтягуєте, а потім берете складаєте. Ну, щось подібне оце є, чи лямбда, чи як подкова там, от таке саме перетворення використовується. І тоді там виникають всі ці складності, які потім використовуються для того, щоб описати, що ж там відбувається. Вибачаюся, бо я розумію, що
треба з цього зробити щось більш-менш твір, який можна читати, і вже більш-менш. Бо от, хоча й було перекладено, але от саме це цінне там було сховане за назви, які не відповідали цьому хаосу, те й слово хаос я взагалі не використовував, хоча насправді там, вона називалася класифікація, де насправді дійсно йшла спочатку мова про класифікацію будь-якого там РН, оцих, що там може відбуватися навколо нерухомої точки. От виділялися конуси, яких там може те бути, чи інше, і так далі. Так, а що стосується Королюк, це задавав питання, має це оця діяльність під назвою, наприклад, дескриптивна теорія хаосу до фракталів. От, я відповів, що тут все будується саме на кантеровських ножинах, які є найпростішим представником цих фракталів, наприклад, ну і універсальним, бо в будь-якому пространстві можна ці кантеровські машини розглядати там. Вони всі завжди однакові, там, де їх не розмістити. І саме, мабуть, це послугувало тим, що коли з'явилася оця книжка, я вже «Красота фракталів», от «Б'юті», і зайшла мова про переклад російською, то Арнольд, який був як там, відповідальним за математику в видавництві «Мир», яке видавало ці переклади на російську, от, то запропонувало мені якось зайнятися цим перекладом. Ну і от в результаті цього перекладу, який був виконаний там от нашими співробітниками Малишевим Петром Віталійовичем і Сіваком Андрієм Григоровичем, от з'явилося цей переклад російською. Ідея, як передмова, моя передмова ще. Так що, ну, це на те, що так, доказ того, що ми дещо приклалися до фракталів, і або ще є мої ці картини, які авторів оцих, які влаштовували автором це Пайден і Ріхтер з Бремена, от вони влаштовували там різні виставки, де демонстрували ці свої, ну, я так думаю, що дуже красиві картинки цих ножин Жюля і тому подібні речі. І тут є, ну, як мені здається, там дуже і красиві речі, які комп'ютер малює. Ну і ще можна одне зауваження. Ну, зараз от там можна показувати там, що от є то самоподібність, якщо ви будете збільшувати масштаб, то будуть виникати картинки, подібні до ну, насправді тут є дійсно ці фрактали. І можна, цей комп'ютер вам буде їх малювати. Так що, так що. Але вимальовуватися це саме в цих чи циклах, чи нерухомих точках, які присутні для відображення там, ну, відображення, що там, чи Мандельброта, там, чи множинами Мандельброта. Там. Ну, при різних, чи
раціональних і доображних, там все що угодно можна отримати, красиві картинки, але і збільшення, от, а ну, тут якраз от, я бачу, малюється, що якщо от тут вирізати, то отримується щось подібне до просто напису. Ну, на доведення тут. І тут є, ми вже додали там статтю, от, перекладі російською, там спеціальна є стаття «Лі» чи «Лі», додавлена якраз доводить результати до один, про самоподібність, там, оцих, чому пояснення оці, чому виникає така самоподібність. Ну і виникає, от, тому і тут самоподібність оцих локально-максимальних. Якщо ви будете спускатися вниз, бо ще менше і менше, то ви і менше, і більше будуть приблизно самоподібні. Отака структура. І чому це виникає? Бо там це мої періодичні точки. І от якщо відносно них оці роздивлятися, що там трапляється, ну, буду, якщо там знову собі і тут намагатися збільшити масштаб, то і виникають менше, але подібні до більшого. Там ці кантровські, ну, я вже до цього з одного боку, так, можна як епіграф там до мого цього виступу щось подібне, бо тут неперервність, математична неперервність грає якусь дивну гру з реальністю. От, ці траєкторії, ну от береться траєкторія пряма, тільки там може бути омега граничних машин. Але їх там виникає все більше і більше. І якщо фізично от, мати ці множини, атрактори мати їх, то от, для многовидів, там, коли вони розширюють, то можна як по цих атракторах встановити саме відображення. Настільки багато цих атракторів. Ну, а я вже так згадую, що фізики заздрили математикам, що і видумали свій великий вибух, великий взрив, де вся наша університет з точки колись, чи 12 тисяч, чи мільярдів світових років тому, чи щось, не могли щось простіше придумати. От якраз завідуючий відділом диференціальних рівнянь Соколов Юрій Дмитрович, який займався якраз небесною механікою і написав книжку про тройное соударение небесных тел. Вот. Ну, а чому б не в сесії відбувся там якийсь співудар там якихось там галактик чи ще щось більших такого, і в результаті утворилось гіперболічне з цього зіткнення рух, який якраз і має виникати для таких речах. Навколо там цієї точки десь відбуло зіткнення, надалі утворюється рух якраз подібний там до тої гіперболічності, яку там ну, фіксується нібито. От. Так що фантазувати можна тут. А математикам знову можна фантазувати. Спасибо.